Олегу отправлю. Я понял, надо вам, вам приходить наряженными, да? Вот, сегодня у нас, видите, кто сегодня в эфире. Эти животные, кстати, помогают мне лечить вас. Не удивляйтесь, все, что происходит с вами, интересно, особенно по здоровью, благодаря именно вот этим животным. Кто не знал, вот вы знаете теперь. Вот они здесь. Это реальная копия их нарисованной фотографии. Надо Салтыкову эту фотку отправить, она не видела ее. Она на эфир опоздала. Пригодится. А, там написано, верните платочек, картинка, красивая картинка. Все, ладно, перерыв маленький был, поехали дальше. Так, я эту ситуацию посмотрел с ним. Эту ситуацию я с ним посмотрел. Дальше будем смотреть. Ну, в общем, что я могу сказать? Человек скоро образумится, да? Правильно слово сказал? Образумится. Вот, и выйдет с тобой на диалог, потому что ты ему по судьбе. Там еще есть дорога. Какое-то перемещение, в общем, не важно, идет перемещение, и это перемещение в твою сторону. Поэтому не удивляйся, что в ближайшее время этот человек будет проявляться максимально к тебе, приближаться к тебе, улыбаться с тобой и также приглашать на какие-то мероприятия. Можешь, вот напиши прямо сейчас, волшебный канал, ты готова с ним на какие-то мероприятия. Это что у нас может быть? Ты перечисли, пожалуйста. Это бал, маскарад. Это что, загородный дом, дачи, путешествия, Мальдивы, Европа, да, Италия. Что? Америка. У нас тут есть красавица, она Америку любит. Вот. Куда бы ты с ним поехала в ближайшее время? А поездка будет. В ближайшее время поездка будет. Так, поездка будет в ближайшее время. Куда бы ты с ним поехала? Пиши. Пауза или конец? Смотрим на карту колоду. Мысленно держим его в голове. Далее пишем его имя в чате. Либо первую букву. Я даю вам время написать его имя. Гадание. Пауза или конец? Общее гадание, если вам лично нужны вопросы, только за донаты. Пауза или конец? Карта смерти выпала. Шестерка денег. Король чаш. Рыцарь любви. Ну, красавица, нет. Это не... Как, пауза или конец? Это пауза. Конца нет. Наоборот, сейчас ваши отношения, как я и говорил, перерождаются. Карта смерти, это про это только что сказала. Перерождение новых этапов, толчков в ближайшее время будет, потому что здесь мы видим по пентакле. Денежка в руках. В руке, смотрите, видите, передают монету к руке. Это о чем говорит? Что в ближайшее время... Вы драгоценные, а здесь как раз карта говорит, что вы драгоценные, будете с ним вместе.